По поручению антитеррористической комиссии Московской области регулярно проводятся встречи с трудовыми мигрантами и их работодателями по вопросам интеграции иностранных специалистов в российское общество. Одна из таких встреч прошла на щелковском предприятии «Милк Экспресс». Для иностранных рабочих был организован семинар, на котором обсудили особенности трудовой деятельности мигрантов и профилактику межэтнических конфликтов. В семинаре приняли участие заместитель главы городского округа Щелково Виктор Семин, имам-хатыб Щелковской соборной мечети Руслан Новиков, полицейский и сотрудник «Милк Экспресса». Хотелось бы сегодня поговорить о том, что, прибывая на территорию Российской Федерации, вы должны подчиняться российским законам, законодательству. Да? Но прежде всего это вставать на учет, регистрироваться официально, получать патенты и работать, не нарушая трудового законодательства. Участники семинара отметили, что для успешного решения задачи трудовой адаптации мигрантов нужно развивать систему организованного набора иностранных граждан на работу в Россию. Не менее важна и социокультурная адаптация. Есть свобода доступа, я всегда в мечети, либо кто-нибудь из моих помощников мечети, всегда может найти мой контактный телефон и в интернете. То есть здесь в любом случае мы всегда на связи, мы всегда готовы ответить на те или иные вопросы. Но в любом случае призываю вас именно быть примером именно того ислама, традиционного ислама, который из покорных веков от пророка Алиса и до наших дней дошел. Руслан Новиков напомнил, что в Московской области всего 7 мечетей. Старейшая в Щелкове была открыта в 2001 году. В сентябре 2023-го здесь началась масштабная реконструкция.